Посмотрим, как вы работаете у нас. Миша, 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 туда ногами. Миша, а ты покачай шею. Ты не переворот делай, ты встань на мост, шею покачай. У меня получилось. Да? А ну? Да. Вот, смотрим. Так, Андрей, кто еще может так сделать? Я. Давай, показывай. Артем, кто еще может так сделать? Я могу. Ну, давай, Попов, показывай. Есть. Кто еще может сделать? Ножками печорь туда. Кто еще может? Забулика может? Нет. Нет. Может, Артем? Нет. Можешь? Я могу. Нет. Я могу. Миша, можешь? Вот так? Могу. Вот так же я могу. Вот, молодец. Вот так? Вадим, можешь? Я. Вот так же я могу. Нет. Нет. На мостик сразу становится. Я могу. Хорошо. Мате, Артемчик, дай страховку стынга шедряпка. На спине, справа налево. Уже дай. Пошли. Страховочку. Хорошо. Мате. Ушли, сели. Остался Андрей и Артем. Значит, садитесь, мальчики. Садитесь. Значит, вот смотри, в партере, какой лучше всего, вот какие приемы лучше дать им? Им надо легкие дать в то же время. Удушающие им. Они еще задушат и уйдут домой. Как обычно борются в партере? Может быть, а? Ключ, еще что можно? Переворот за зарплату за одежду. Вот. Переворот. И вот смотрите, мы сейчас будем вместе бороться одну схватку в партере, то не будет же один лежать, а другой сидеть, да? Давайте мы на коленях, вот становись, Андрюша, на колени. Перед, вот с ним, да? Вот если вы будете бороться, вот что, например, ты будешь делать, Артем? Какой прием? Раз, сюда. Хорошо. А Андрей что может? Еще какой? Выведение из равновесия отсюда. Я взялся шею. Вот, умница. Еще раз покажи. Мальчики, посмотрите внимательно. Захват. Раз. Только единственное, что нельзя падать на... Андрей, ты больной? Нет? Тогда сядь и смотри. Еще раз. Смотрите, где тут циникот? Хоп. И удержание. Еще развернитесь. Еще развернитесь. Смотрите внимательно. Посмотрите. И оп, и удержание. Вопросы есть? Встали, я сейчас разобью вас по парам. Встали. Так, Миша, идешь с Артемом. Так. Встали, нет. Ты маленький, он большой. Нет, ты маленький, он большой. Встали, встали, встали. Так, Мариус. Мариус, возьми его. Вадим, Марио, нет. Так, Костик, ты пойдешь с Мишей. Так, раз, стоп, стоп. Один, два, три. Батум, чинч. Сейчас, стоп, Мате, Мате. Так, Розна, Андрей, ты идешь вот к нему. Андрей. Подожди, подожди, встань, встань, встань. Сейчас, одну секунду, так, вы вдвоем, Вадим, идешь к нему, и учитель, ходишь и поправляешь, идите сюда, идите туда, а вы здесь, не на середине. Так, Паша, Паша, выведение равновесия с переходом на удержание. Удержание, сесть нужно, взять за, пожалуйста, первый номер, Юрий Александрович. Засекает. Первый номер делает. Первый номер делает. Пожалуйста. Выведение на равновесие. Эй! Как это будет, Андрей? Ты первый делаешь, что ты ничего. Халкрят, Андрей. Вот посмотри, он вообще неправильно. Сейчас подожди. Thank you.
Смотри, ноги вперед, вперед, вперед. Первый. Сколько? 2 минуты. Первый. Да. Сергей, мы сами придем и ладно. Мы можем быстро выбрать. А? Мы можем быстро выбрать. Aš jūs atsipi žinoj, Marius, ceni brizą. Hailu, kriasi, Marius. Marius, 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 ceni bitų, ceni bitų. Dovolį. Vot tak, umnica. Hop, hop, hop. Andriuka, davai va, mači. Matė. Baskim, bas, nomenal dolę. Pasuko. Ubyti его надо. Берет наоборот все делает. Второй номер. Покажи Артему. Хаджме. Второй номер. Докладывай. А ты что? Два дали. А что? Что делать? Давай. И сюда, ко мне. Хоп. Хоп. И убежали. А что? Все, 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 все. Все. И что? 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 О! Ум, два, три. Не отпускай. Еще раз. Сесть, хорошо, сесть, хорошо, сесть. Ну, не на него. Ну что, он пользуется? Давай, давай, давай. Вот так, вот. Давай, еще разочек. Вверх, вверх. Не падай на Андрюху. Не падай, куда не смотри. По дороге не так. Тёмчик, еще раз. Артём, а еще? Чё? Давайте попасть. Да. Цыник, ветер. Бери захват, бери захват, смотри, берешь вот здесь и берешь вот здесь, смотри. Смотрите, он толкает
здесь и на эти, есть и на поле. Смотрите, оп, я все помню. Аджа, первый номер. Приведение равновесия толчком. И вперед идем. Вперед, вперед, вперед. И удержали. Подвиньтесь, подвиньтесь. Нет, чем-то. Еще. Так, смотрите внимательно. Значит так, смотрите внимательно. Взяли захват. Сейчас по команде Кашме начинает бороться. Задача сделать удержание. Или стынка, прятки или наити на пой и сделать удержание. Удержание мы знаем. То есть через секунды и пол. 20 секунд. Глазарь, семечку. 15 секунд. Юка. И меньше все это не считает. Итак, смотрим. Стоп, кстати, смотрим. Спиной. Вот. Значит, готово? Аджима, вот смотрите, вот они друг друга. Вот эти два приема делают. Вот видите, вправо, влево. Вот они стараются. Хоп, хоп, хоп. Можно и на инди, и на поле. Стынь, тряпка, хоп. И делай движение. Асайкоми, держи. Асайкоми. Артем старается уходить. Нога
руками, а я считаю, раз, два, три, четыре, пять, 15 секунд, юка, 20 секунд, базария, 25 секунд, и пол, 40 минут. Еще раз, пожалуйста, что нельзя делать? Нельзя держать двумя руками за шею. Запрещено. Когда я говорю, вот смотрите, они, вы много борются, чуть-чуть переворачиваете, и ты берешь его двумя головой. И берешь двумя руками за шею. Я останавливаю. Так, внимание сюда. Хорошо. Вот они борются, борются, борются. Раз. Артема перевернули. И наоборот, разворачивайтесь сюда. Еще поворачивайтесь. Стоп. А теперь смотри. Стоп, не двигайся. Можно держать. Держать. Стоп, 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 стоп. Можно держать гриду и торс. Вот смотрите, сейчас Андрей берет. Посмотрите, этой рукой за шею возьми. Нет. За шею. А то за руку. Вот. Это первое удержание. Второе удержание. От этой рукой за туловище. Цени торс, цени мыну. Цени мыну. Нет. Вот, вот это рукой. Цени. Не мою. Его. Вот. Нет. А это торс. Торс. Вот. Или не можно держать. Можно держать. Мате. А теперь возьми двумя руками за шею. Это и это. За шею. Посмотрите. А сейчас он с двумя руками. Так положи вот этой рукой перед за шею. Вот, видите, он за шею держит. Смотрите как. Значит, он может, я останавливаю схватку. Мапе. Вы встаете. Один сюда, другой сюда. Сюда. Он берет двумя руками за шею, что запрещается. Я ему даю замечание. Шидо. Потом они продолжают борьбу. Значит, что нельзя делать? Нельзя хватать за пальцы. Нельзя хватать. Нельзя вот так вот иди изнутри захватывать. Ни штаны, ни курточку. Нельзя скручивать. Видите, скручивать. Нельзя держать вот так за пояс. Так. Нельзя вот отсюда штаны хватать вот так. Можно держать? В паркере можно держать штаны. Стойки нет. Понятно, да? И сейчас мы начнем. Рота! В паркере! Берем захват, как они взяли, цели перевязать волны. Хоп-хоп-хоп. И постараться сделать удержание. Наше владение решает. У меня есть волшебная палочка. Доктор Пилюлькин. Хоп-хоп-хоп. Да, доктор Пилюлькин придет с уколом. Это сейчас Миша борется по сухому. Нет, уходите туда. Вот там. Вот там. Садись. Вон туда. Просто борется с Поповым. Здесь у нас Мариус молодец, Артем молодец,
Костя молодец. И Андрей молодец. Матвея отпустили. Теперь смотрите внимательно сюда. Артем Пастухов, минут больше. Борьба отсюда, партер. Значит, смотрите внимательно. Он может не делать удержание. Но есть там такая, как это называется, фишка. Фишка. То есть, если у Артема нога находится, вот иди сюда, Артем, с той стороны между ног. Если Артем берет, ты мне здесь вот прижался, делает удержание, то не считает, потому что я смотрите, ноги скрестил. Вадим, это тебя касается. Вот сейчас, стоп, перенеси одну. Да. Вот, вот такое положение было. Если бы ты захватил одну ногу у него вот так, то удержание не считается. Садись сюда. Садись на удержание. Вот смотрите, он делает удержание, Артем, а ногу назад убрал, вот сюда. Вот сюда. Видите, я захватил ногу, оп, скрестил. Все. Удержание не считается. Приготовились. Миша ушел. Артем сюда. Приготовились. Сыни приза. 30 секунды. И отжимаем. Положи соперника на лопатки. Ногу могу скрести. Не считай все движение. Вытаскивай ногу. Тебе не стыдно? Ушел. Заправился. Вышел, Миша. Я поправился. Поправился. Проигрываешь. Приготовились еще раз. Еще раз. Вот Богдан, Данила. Он лег и прижал к себе. Лежит на спине и сильно держит Андрея. Зачем? Ты же проигрываешь. Надо его отталкивать и уходить. Низкий, высокий партер. Партер СУС, партер. Жестко. Прикатешка. Потенция. И... Хаджимэн. Цене. Цене, держи. Держи. 25 секунд. Держи. Все. Держать, держать. Не считается удержание. Что ты будешь? Вытаскивай ногу. Вытаскивай ногу. Держи. Миша, проехать. Держать, держать, держать. Стоп, мама, не двигайся. Стоп. Так, Андрей, нет удержания. Итак, отпусти его, Андрюша. Итак, ты выигрываешь. У него молодец, удержание. Здесь. Артем, молодец, отпусти. Как он тренируется, как мешок, так и проигрывает. Что, вот вы вдвоем тренируетесь, вы проигрываете, пацаны. Молодец, Артем. Что вы встали? Так, и здесь Артем держит. Молодец. Ушли туда сели. Что? Да, так, Артем сюда, пожалуйста. Остальные туда сели. Миша, а если придет твои родители, придут, и придут мальчики с кавыша с этого, и ты будешь так проигрывать? Все, поздно. Вот туда сели. Так что, будешь проигрывать, да? Я и боюсь к этому приглашать. А то вы все попадаете еще, ударитесь, то будете ходить плакать. Скажете, о, я боец, это их упал, ударился. И что я там дальше жить? Так. Этот прием вы все знаете, да? Когда мы выходим. Раз, оп, и делаем. Но в борьбе он не очень хороший. Не очень хороший. Какой прием? Так, Бенубач, сядь туда. Миша, сядь вместо него. У него попки, наверное, нашило. Иголочка. На
еще раз. Этот прием, ну не прием, этот, он хороший прием, когда соперник в трус и бегает назад. Так тогда можно раз это сделать бросок. А когда он соперник смотрит на тебя, я тебя съем. Да, через спину с колен, но не маленький, ему пока нельзя. Если нужно хорошо. А переднюю подножку. Еще раз показываю. Значит, поклониться, взять захват, встать боком. Видите, одна нога между боком. Она уже. Вот как вы его тесните? Посмотрите. Видите, я его тесню. Что он делает? А он на меня идет. Он меня. Вот. Значит что? Вот эту ногу я убираю, да? Раз, оп. Бросок. Это самый легкий бросок. Давай еще раз. Еще, видите, я его толкаю. Вот, вот, я туда подошел. Оп! Это называется подхват на две ноги. Дочь Бога, когда я с ним бороться не делаю. Вкусно. Ценю. Теперь смотрите. Теперь наоборот. Артем меня толкает. Вот бросок. Вот этот бросок. Называется. Рука есть ума, между ног. Вы не имеете права делать. Не имеете. Бросок через спину с колен. Вы не имеете права делать. По-японски называется сёйнаги. Да, я каждому дам, каждый выучит и будет знать, как называется. Встань. Вот сюда встань. Каждый должен знать бросок и как он называется. Вот этот бросок вы не имеете права делать. Объясняю почему. Противник не умеет делать кувырок, падает на голову и ломает себе уши. Потому что мозгов нет. Поэтому не разрешается. Так, значит, еще раз посмотрите внимательно. Артем становится, вы берете захват. Посмотрите, отворот, локоть, фронтальный стороны. Вот. Или это левосторонний захват, или правосторонний захват. Все равно, но одна нога впереди. Второе движение. Шагаем. Видите, как получается. Руку к себе. И третье движение. Просто ногу выправляем. Хоп. И держим соперника. Не так, чтобы вы падали. Еще раз показываю. Только фронтала. Нога. Пау, видите, движение. Как это называется? Шофер. Хоп, баранка, крючок. Хоп. Нога. Хоп. И все. Форсочек есть. Пожалуйста, Артем, сюда. Так, сейчас я разбиваю по парам. И вы работаете. Так. Миша, сюда. Разбегали. Так, стоп. Хороший парень Андрей. Андрей, просто. Прошу вас. Вот туда. Да. Да. Можно я смотрю? Ты смотришь? Давай смотришь. Ты с Абуликой? Давай с Абуликой. Я с ним. Артем с Костей. Артем, я ты балуешься. Артем с Костей. Белопач, идешь в кости. Хаджуме, первый номер делает. 50. Забулика. Забулика. Ку-ку. Есть твой партнер. Пожалуйста. Красиво, летардик. Посмотри, мы сейчас потом тебе покажем. Вот так, Миша, молодец. Мишенька, ты скажи ему, Вадим, наклонись чуть-чуть. Сюда он легко будет падать. А он вот так сидит, ему тяжело. А, молодец, Валюс. Что? Первый. Молодец, Мишенька. Вот, Костя, это больше было хорошо. Падал. Нужно как? Вот, Андрей. Вот так. Так, он может удариться. Миша, вставай, вставай, работай. Еще у тебя. Миша, Андрей. Мишка, ножки шире. Артем, вот так, разверни чуть-чуть.
каждый сейчас встанет на красную линию. И вот это упражнение будет делать. Посмотрите внимание. Вот я становлюсь в виде ноги. Теперь я меняю положение. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Пожалуйста. Так, еще раз развяжется. Да, попробуй. Миша Ильич. Я? Нет, Миша Ильич. Артем, ай, погрязывай. Иди сюда, Миша, сюда. Уходи, Роза, туда. Вот туда. Так, нет, разворачивается. Стоп. Еще раз посмотрите. Видите носочек и один, и второй. Теперь я подставляю, поворачиваюсь и ногу назад. Получается, раз, два. Видишь, как я стою, да? Раз, поворачиваюсь. Раз. Раз. Пожалуйста. Нет. Так, Вадим. Стрепка. Слишком ты мой. Что ж ты прыгаешь? Поставь ножку, поверни. Все, сюда вот. Раз. Раз, поставил. Хоп, и сюда. Давай. А ты еще сюда. Нет, смотри. День хороший. Смотри. Еще раз вместе со мной. Вместе со мной. Встали по линии. Подставили ножку. Ноги вместе. Повернулись. Не надо так высоко. И ножку назад. Теперь ближе. Разворачиваемся и ножку назад. Раз, два. И раз, и два. И три, четыре. Нет, неправильно, Миша. Делаем. Раз, два, три. Теперь чуть быстрее. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь раз, два, три, четыре. А ну, Костик, поворачивайся. Матя, кто с кем был в стале? Пошел, первый же номер. Еще раз, берете захват, делаете раз и бросочек. Так, конец. А что за отличный матч? Ты пошел. Так, аккуратненько ему. Все не приза. Белый матч, Андрей. Сюда. Смотри. Ты сейчас делаешь так. Стоишь. И встаешь. И встаешь. Вот давай, поделай. Нет, не падай на стул. Смотри. Видишь ручку? Раз. Потихонечку, потихонечку. Ложись, ложись, ложись. Оп. Оп. Ручку. Поближе. Прикалываешься.
Еще, еще. Ну. Вот так. Угу. Хорошо, умный. Вот. Габи, а ты кровь бегаешь? Уну, кто? Много бегаешь? Иногда, раз в месяц, да? Раз, два. Ну, сколько раз в неделю? Хорошо. Мате. Один раз в неделю или один раз в месяц? Так, внимание сюда. Внимание сюда. Пастухов. Надо было сюда. Больше. Меньше сюда. Сюда. Здравствуй, о! Возьми Галю. Габи! Галя пришла. Галя пришла. Вместе будете качать. Идите побегать. Пастухов сюда. Миша сюда. Бег, надо бегать. Артем сюда. С чем? Розно сюда. Ну что ты выпишешь? Надо бегать. Не Артем, а Андрюша, Попов. Попов. Улица Ливана, улица Весна. Ну и иди почему. Надо бегать. Надо бегать. Дальше. Бег. Миша сюда. С кем ты был? С Марьевым? Ну иди качайся. Ага, пойдем за Бурика сюда. Скакал. Пожалуйста, сюда. Зайди левому. Марьев сюда. Да. Андрей. На стенку увидишь. Так. И вешают. Андрей туда. Андрей туда. И Галя тоже возьми. Костя сюда. Итак, две команды. Костя, ты тоже. Что, Андрей? Марьев, давай ты Две команды. Костик туда. Итак, две команды. Почему не заправлен Забулика? Забулика. Почему Костя не заправлен? Репети, давай, время у нас нет. 3 секунды. Еще раз, боец. Сегодня среда, пятница. И в понедельник у нас медосмотр. Кто не пройдет медосмотр, если я не смогу допустить тренировки, вам придется брать родителей и ехать на ботаник. Я думаю, родители не будут в радости. Или оплатите проезд доктора сюда, на такси. Обратно на такси, кофе, бублики, чай. Да, тогда врач приедет. Иди сюда, красавчик. О, молодец, Костик. Чтобы так завязывать, ты должен быть очень толстый. Очень. Итак, Миша, ваша как команда называется? Победа! Победа! Нет, Артём! Победа! Молчи! Артём! Фульджи! Итак, команда... Фульджи! Команда... Уже Фульджи! Команда... Победа! Как у нас? Виктория! Виктория берет 2 мешка, и вот там становится, ставит и садится. Команда Фульджи садится сюда. Спину на бок, базарит, то ли очень красиво.
сразу заканчиваться. Мишенька, присядь. Итак, на ковер приглашается команда Виктория и Дзюдики. Итак, поступок. Барашка, прошу вас. Пастухов, барашка. Ре. Можно поддерживать. С колен нельзя делать. Теперь тоже. С колен нельзя, он большой. Значит так, выход за ковер. Шида. Второй выход за ковер. Второй шида. Это юбка. Я останавливаю схватку. Если вы падаете на юбка вазари или на репот, я останавливаю, говорю, юка, сорамате. Сорамате, конец схватки. Я даю победу. Хотя только при японе. И удержание. 5 секунд. 5 секунд. И бон. Приготовились. Хаджи. 1 минута. Шида. Хаджи. А я только не бегаю за ним. Тихо. Команда Дзюдики. Тихо. На примере эти схватки. Никогда не отдавайте свою шею. Никогда. Иди сюда. Посмотрите. Вот возьми меня. Вот вы отдали шею. Стоп. Трогай там нога, блин. Вы упали. Все, проиграли. Что нужно делать? Бери меня за шею. Я головой упираюсь. Видите куда? Посмотрите. Плечо ему. Плечо. Первое. Еще раз. Вот так нырять нельзя. Сразу шида будет. Это как будто от борьбы уходишь. Первое, держите локоть. Второе, поднимите плечи. И у вас есть лоб? Вот, держите лбом. И пол, 1-0, команда Дзюдики. Поклонились уши. Грозно. Попробуй. Если 1 минута выдерживаешь, он больше занимается, значит победа дается тебе. Ре. С колен нельзя, еще поднятку нельзя. Передняя подножка. Хаджи. И выведение. Дальше боитесь, дальше. Стоп. Сюда. И помни. Поклонились. Ушли. Вот она передняя подножка. Красавец. Молодец, Андрюха. 2-0. На ковер приглашается Вадим Забулика. И кто с ним? Мишка Труца. Приготовились. Прошу. Вадим. А ну, Вадимчик, покажи его.
дается еще. Если у взрослых они борются 5 минут, и дается еще, прошу, Артем, еще дается 3 минуты дополнительного времени. До броска. Как только бросок, складка заканчивается. У вас была минута, значит, я вам даю 30 секунд. А вот закончилось 30 секунд, и я уже тогда, тогда судья уже дает победу, раз не счет. Готовы? Приготовились. Чуть-чуть не выдержал. 10 секунд оставалось. Итак, слева на стену. Слева. Мартыненко Марио, поклонились. Счет. Виктория Дзюдики. Дой, дой. Выходит главный. Зерб Андрей. Костя Тамазов. Да, надо кровь. Вот я вам скажу, она вот так вышла, противник бросился, она упала сразу. Руки, руки. Вот считайте, что вы, ну, вам хотят лицо вас ударить. Вот так вы ручки должны держать. Сядьте, пожалуйста. Сюда.
чистым броском вывел схватку. Попов потонулись. Кто? Можете хлопнуть по руке? Да. Значит, знаешь, мне что кажется немножечко, ты ошибся? Очень сильно его пытал. Очень. То есть ты сильно туда очень бежал. Ты потихоньку, понимаешь? Ну, это очень сильно. Молодец, хорошо. Вопарь! Итак, кто там ходит туда? Что? Дарин тут, когда тренировки нет, не появляется. Шел качаться, не качается. Нет? Нафиг. А, у вас химия опять, да? Нет, мы поем. А, вы курить пошли, да? Качаться поем. А, так ты без него не можешь, да? А кушаешь без него, нет дома? Нет, ты кушаешь. Все, иди, Люша, иди. Кушайте. Нет его здесь. Следующее, Мариус. А, Вадим? Да. Вадим Забуленко. Так, вот. Стоп. Значит, еще раз. Дело. Бросайте вперед, будьте аккуратны. Андрюшенька, нельзя выходить на ковер. Рея, Ванна, Тюдики, Хаджина. А ну, Вадим. Да, в этот раз Вадим отдал захват. Мишенька, сюда. Вадим отдал захват, поэтому победа досталась Мише. 3-0. Прошу вас. На ковер выходит Мариус, непобедимый. Вадим. И Вадим, будущий чемпион мира. Рея? Хаджина? Супер, Вадим. Близко ножки поставил. То есть поставил. Он же все время так. Хорошо. И последняя схватка. Это Балмазан Цирку. Костик должен показать ему, что ваша команда тоже лучшая. Когда приглашается Балмазан Цирку. Кто? Сядь сюда. Лечим теоретик против спортив. Здравствуйте. И Костик, Унди. Учится. Для чего? 95? Ага. И школа 95. Приготовили. Ред. Хаджина. Ой, ты чего? Ты чего? Ты чего? Что ж ты ногу не убрал? Мате, удержание, так это. Там переодеваться. Хорошо. Так, стоп. Команда, уйдите. Итак, первое замечание. Шида за выход на ковер участников. Команда, все. Будете выходить на ковер, дам еще одну шиду. И концов бумаги сниму. Пожалуйста, болейте, но сидя там. Сейчас, одну секундочку. Итак, Андрей делал удержание. Удержание он сделал 5 секунд. 4 секунды, наверное. 4 секунды. Значит, а сколько должно быть в 5 секунде? А? 5. Значит, ничего нет. Ре. Хочу. Итак, сладко выиграл Сырбо Андрюша чистым броском. Меняешь захват. Какой захват? Там такой захват. А он держится здесь. Поэтому мол перебросить. Не поменял бы, не бросил. Команды построились. А все, остановись. Хватит. Сюда, остановись. Ближе. Ближе. Вот Артема надо научить бросок. Он хорошо борется, мне нравится, как он борется. Значит так. Каждый запомнит свои ошибки. Больше их не будет делать. А для того, чтобы еще не делать, нужно качаться. У вас есть вторник, есть четверг, есть суббота, воскресенье. Вы должны дома обязательно покачаться. Значит так, Андрюша, встань. Команду накажу, решу победу. Итак,
Первую встречу была команда Дзюдик, вторую команду Дзюдик, поэтому счет 2-0. Но вы хоронились хорошо, молодцы. Аринеля, Дреб, Аринеля. Так, Миша, мешочек, мешочек. Мешки убрали. Да.